Всем привет, меня зовут Юля, сегодня 12 февраля, и Марка Данилова снимает для журнала Vogue Kids. Здорово. Расскажи, как твой день прошел сегодня? Нормально, сходил в школу. Вопрос на миллион. Ты знаешь, в каком году вышел первый журнал Vogue в истории? Нет. Так, подумай. Где-то 82-м. 1900. Да. Нет, еще две попытки у тебя. Ты ошибся в столетии? Да. То есть 1800? Да. 1867. Нет. Пятый. Нет. Если верить Википедии, 1890... Не смотри. 92-й. 1892-й. А в России первый Vogue когда вышел? 1948. Во время войны, ты думаешь, да? А, ну да. Ну, короче, в 90-х 100%. Да, в 90-х. В России или в СССР? Это была Россия. Окей, тогда 1995. Позже чуть-чуть. В 7-м. Еще чуть-чуть. В 9-м. Меньше. Да. Сколько журналов Vogue ты читал за свою жизнь? Или хотя бы открывал, давай так. В реальной жизни или в интернете? В реальной жизни. Хотя, ну давай в реальной жизни. Ноль. А в интернете ты читал? Смотрел. На моделей? На одежду. Какой у тебя любимый бренд одежды? Off-White. Как ты думаешь, что сегодня на тебя наденут? Какую-нибудь Prada, Armani, возможно. Угу. Chanel, Dior, Chanel, да? Да. Скорее всего, так. Окей, Gucci. Кроссовки Gucci. Нет, Gucci. Gucci это самый крутой бренд. Нет. Ну, для меня. Почему нет? Ну, Gucci слишком много какого-то... Блёстков и да, яркого да, всего. Ну, в общем, ты как к шортам относишься? Шорты нормально. Шикарно. Давай померяем, наверное, вот так вот. Шорты, футболку, бомбер. Хорошо. Окей? Моя большая нога и нельзя в Prada. Там вообще без шансов. Это 45 не меньше. А, нормально. Возможно, влезет. Эти, да, нормально. Кстати, удобные. Как тебе твой вид, как скажешь? Нормально. Ну, типа, я такой вопрос не ношу, это непривычно, так? Вообще классно выглядит. Prada. Минуточку, как ты и говорил. Да. Бомбер. Такая ухмылочка еще больше. Ну такая, знаешь, типа с бровью должна быть. Во, верю. Удивлен, шок просто. Сожаление такое, знаешь, прям с зубами. А очень грустно. А если тебе скучно? Да. А злой? Во. А пуль чуть так больше на меня, так, знаешь? Ну что, все, сняли. Да, сняли. Ура. Итак, твоя первая фэшн-съемка в жизни. Да. Эмоции, мысли, гоу. Стыдно. Стыдно? Ну, типа, как-то кажется, какой-то типа, ну, непрофессионализм, было? Да. Ага. Могу быть и лучше, конечно. Ну, в смысле, в плане меня. Угу. В плане съемки. Вот, типа так, все хорошо. Что тебе понравилось больше всего, может быть? Ну, новый стиль одежды. Угу. Вот, классно. Носил бы так? Ну, летом или весной, когда уже тепло, возможно, да. А телефон когда мне купишь? Так, выиграю 50 тысяч. Нет. Какой сам? Большой турнир, первое место, где я выиграю 50 тысяч плюс долларов. 50 тысяч плюс долларов. Все, спасибо, что были с нами в течение этого крейзи дня. Код? Лет W. Лет W. И гамбит дефис Джулия тоже. Не особо как-то. Все, всем пока.